Это здание построено в 1936 году. За это время его ни разу капитально не ремонтировали. Сегодня фасад поликлиники покрыт трещинами. Со стен осыпается штукатурка. Постройка нуждается в восстановлении, считают посетители. Этот фасад уже много-много лет стоит, и ремонта никакого не делается вообще абсолютно. С этой стороны более-менее фасад. А вы зайдите с той стороны и посмотрите на тот фасад, на что он похожий. Ну, это в 1988 году, я помню, штукатурили его. Надо ремонт делать, конечно, желательно, чтобы было это действительно для людей. По данным городского управления архитектуры, сегодня менять внешний вид постройки запрещено. Это здание находится на территории исторического ареала, и к нему такие же требования практически, как и к памятникам архитектуры, так как он является частью ценной исторической застройки. Вот. И по, скажем так, по действующему законодательству на сегодняшний день запрещается вносить какие-либо изменения в фасады этого здания, может быть, менять цвет, а тем более геометрические размеры. С просьбой пересмотреть решение городские власти намерены обращаться в областное управление культуры, а также профильное министерство. Для обследования здания планируют создать специальную комиссию. В эту комиссию будут включены компетентные люди, которые обследуют техническое состояние здания. Будут подключены научные сотрудники Донецкого краеведческого музея в плане определения исторической ценности здания. И проведен еще ряд экспертиз, которые потом будут переданы для рассмотрения на консультативный совет по охране культурного наследия Донецкой государственной администрации. Прошло 30-40-50 лет. От этого памятника осталось одно название. Его сегодня нужно капитальным образом ремонтировать. Мы должны вывести из этого перечня, опять же, во благо самих объектов, чтобы их сохранить. Обследовать здание поликлиники, провести экспертизы и подготовить необходимые документы в мэрии планируют в течение 2 месяцев. Светлана Кихтева, Роман Фролов, «Панорама».